слушатели! Я очень рада приветствовать всех вас в Доме ученых, но как рада пущена на романтическом вечере в рояле. Сегодняшний концерт посвящен творчеству Петра Ильича Чайковского. Невозможно переоценить его значение для русского и мирового искусства. Я скажу лишь одно. Во многом именно благодаря Чайковскому русская музыка приобрела всемирную известность и стоит ныне в первом ряду достижений мировой культуры. Чайковский признавался, что процесс сочинения является для него исповедью души, на которой многое накипело и которая изливается посредством звуков, подобно тому, как лирический поэт высказывается стихами. «Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть», — писал Петр Ильич, «которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением артистической души». И, возможно, поэтому еще при жизни композитора его сочинения обрели огромную известность, оказавшись очень близкими и понятными его современникам. Например, Лев Николаевич Толстой не смог сдержать слез, когда услышал впервые «Анданта кантабиле» его первого струнного квартета. Антон Павлович Чехов и подавно говорил о том, что день и ночь готов стоять почетным караулом у дома, где живет Петр Ильич. Сегодня прозвучат вокальные и фортепианные сочинения композитора, в частности, несколько пьес, которые входят в его знаменитый цикл «Времена года». «Времена года» созданы Чайковским по заказу одного из музыкальных журналов, издатели которого каждый месяц взялись публиковать по его фортепианной пьесе. И таким образом на протяжении 1876 года из-под пера Чайковского вышло 12 пьес. Названия каждой из них, как и всему циклу, были предложены композитору издателями журнала, и он сохранил их. С одобрения Петра Ильича издатели подобрали и стихи каждой пьесе. Очень важно, что и названия пьес, и стихи к ним были даны композитору еще до написания музыки и явились таким образом своего рода литературной программой. Все это находилось в соответствии с творческим принципом Чайковского, который считал, что невозможно написать инструментальное сочинение и лишь потом подыскать ему программу. Ибо, по мнению композитора, каждый эпизод избранной программы должен вызывать соответствующую ему музыкальную иллюстрацию. Не случайно в пьесах «Времен года» мы слышим подражание блеску волн, мерцанию звезд, звону колокольчиков в удаляющейся тройке. Но прежде всего в них чувствуется, конечно, горячая любовь композитора к родной земле, к родной природе и людям. «Я остаюсь и останусь навеки верен России», — писал Чайковский своему другу Надежде Филаретовне фон Мек. «Знаете, я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь. Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи. Я вырос в глуши и с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой русской народной музыки. Я русский в полнейшем смысле этого слова». Откроет сегодняшний концерт знаменитая баркарола из «Времен года». С одобрения композитора это сочинение предлагают стихи Алексея Плещеева. «Выйдем на берег, там волны ноги нам будут лобзать, звезды с таинственной грустью будут над нами сиять». Thank you.
из важнейших мест в творчестве Чайковского занимают камерные вокальные сочинения. При всем тематическом и жанровом многообразии вокальной музыки композитора наибольшая ее часть относится, конечно, к области лирики. Донести до слушателя живое и трепетное чувство во всей его полноте, свежести и непосредственности. Вот какова была основная задача Чайковского, когда он обращался к сочинению романса. Композитор стремился выделить в поэтическом тексте ведущий психологический мотив и найти соответствующую ему музыкальную интонацию. Причем эта интонация нередко становилась основой построения целостной композиции. Сейчас прозвучит романс Чайковского «Средь шумного бала» на слова Алексея Константиновича Толстого. Исполняет солист вокальной студии «Дом ученых» Александр Косарский. Огорчений, заливая
1878 года за беспримерно короткий срок, всего лишь 4 дня, Петр Ильич Чайковский создал сочинение, которое поныне является одним из лучших сочинений для детей. Это 24 фортепианные пьесы, объединенные в единый цикл под общим названием «Детский альбом». Как писал Чайковский в одном из писем, он давно хотел сделать сборник миниатюрных пьес с заманчивыми для детей заглавиями и содействовать тем самым к обогащению детской музыкальной литературы. Действительно, во времена Чайковского она была очень небогата. В распоряжении детей, обучающихся музыке и их педагогов, был тогда лишь один сборник высокохудожественных пьес. Это альбом для юношества немецкого композитора Роберта Шумана. Таким образом, детский альбом Чайковского стал первым в России сборником фортепианных пьес для детей. Заслуга композитора в деле музыкального образования неоценимо велика. Образный строй детского альбома типичен для русского ребенка из той среды, в которой вырос сам Чайковский. Миниатюры цикла обрисовывают мир беззаботного детства с его играми и забавами, краткими минутами огорчения и внезапными радостями. Эти пьесы детям блести, понятны и, что очень важно, доступны для исполнения. Но еще более важно то, что каждый из миниатюр является замечательным произведением искусства, покоряет простотой и красотой музыки. Ряд пьес цикла создан в танцевальных жанрах, апоэтизированных композиторами-романтиками и освобожденных от своего первоначального прикладного назначения. Это полька, мазурка и излюбленный Чайковским вальс. Вальс из детского альбома сейчас прозвучит. Грёза. Глубина и искренность, выраженные в ней чувства, думаю, не может оставить равнодушными ни детей, ни взрослых.
Петр Ильич Чайковский создал для детей не только фортепианную музыку, но и вокальную. Я имею в виду его изумительный цикл 16 детских песен, большинство из которых написано на слова Алексея Плещеева. Сейчас вы услышите две песни из этого цикла, которые называются «Мой садик» и «Легенда». Исполняет солистка вокальной студии «Дом ученых» Зоя Шмыкова. Thank you.
продолжит концерт удалая песни косаря из времен года. Этому сочинению предпосланы поэтические строки Алексея Кольцова. «Размахнись, плечо, раззудись, рука, ты пахни в лицо, ветер с полудня». Лирическая осенняя песня, музыкальная ткань которой живет и дышит в сплетении самостоятельных поющих голосов. Осень, осыпается уж наш бедный сад, листья пожелтелые, по ветру летят. Алексей Толстой.
быть так скоро» — слова Алексея Апухтина. Этот романс является прекрасным примером того, что любое чувство, состояние и переживание композитор передает в динамике и развитии, достигая нередко предельной степени напряженности поражения. Глубоких философских сочинений Петра Ильича Чайковского для рояля. Эта пьеса называется «Размышления». Она создана композитором за несколько месяцев до безвременной кончины, в период напряженной работы над трагической шестой симфонией. В «Размышлении» можно услышать интонации как этой симфонии, так и незадолго до нее написанной оперы «Пиковая дама». Thank you.
«Закатилось солнце», слова Даниила Радгауза, исполняет Зоя Шмыкова. Сочинения, которые завершают знаменитый цикл «Времена года». Это широко известные пьесы «На тройке» и «Святки», причем обе пьесы будут исполнены без перерыва. В красочной и полной лирического воодушевления пьесе «На тройке» Чайковский передает и широту народного напева, рожденную далью родных пространств, и стремительность бега, и веселый звон колокольчика, все, что связано для нас с этим образом, обретшим столь емкое символическое значение у русских писателей и художников. С одобрения композитора это сочинение предваряют стихи Николая Некрасова. «Не глядишь ты с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши». Пьеса «Святки», написанная в форме увлекательного вальса, рисует картину самого радостного зимнего праздника. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Василий Жуковский. Thank you.
Дорогие слушатели, я сердечно благодарю всех вас за внимание. Приходите еще на романтические вечера у рояля. Мне очень хотелось бы исполнить программу из сочинений австронемецких композиторов-романтиков Роберта Шумана, Франца Шуберта и Иоганнеса Брамса, а также программу из сочинений русских композиторов. И очень хотелось бы исполнить программу из сочинений Фридриха Шопена. Спасибо за внимание.